Всем привет! Сегодня мы вам покажем, расскажем, как можно и нужно правильно оклеить впадину в бампере. То есть у вас есть отверстие, в которое вставляется фара. Мы хотим вставить фару в этот бампер, но прежде мы хотим обклеить весь бампер пленкой. То есть есть вариант, что вы клеите пленку и по отверстию потом ровно вырезаете отверстие для фары. Но, соответственно, если вы вставляете фару, то у вас виден кант. То есть если у вас бампер черный, вы хотите сделать его, предположим, зеленым, то это черный кант будет виден. Или у вас бампер белый, вы хотите сделать его красным, это будет видно. Сейчас мы вам покажем, как правильно сделать оклейку таким образом, чтобы кант и все пространство в этой впадине в бампере было обклеено. Смотрите. Итак, мы закрыли бампер. Мы не стали вам показывать весь процесс того, как бампер закрывается пленкой. Возможно, в следующий раз покажем вам это видео. Клиент выбрал карбон, поэтому мы показываем вам, как это делается. Значит, вот наше отверстие под фару, которое должно быть углублено. Значит, мы берем нож, мы делаем отверстие в пленке. Значит, всем видно, да? Затем я беру перчатку. Это делается в перчатке. Мочу перчатку водой для усиления эффекта скольжения. И начинаю прогревать пленку феном. Пленка становится мягкой и эластичной. Вы чувствуете, что она нагревается. Только ее главное не пережечь, иначе она расползется. Как вы начинаете видеть, что она становится очень мягкой, вы вдавливаете пленку и круговыми движениями начинаете ее потихонечку вдавливать. Если вы сделаете это резко, то пленка лопнет. Поэтому это делается пошагово. Нагреваете еще раз и начинаете вдавливать. Видите, пленка начинает углубляться в наше отверстие. Видите, шов начинает разбегаться. Если перегреть, он разбежится полностью. Видите, карбон начинает укладываться в отверстие. То есть вот этот кант мы получили уже в пленке. Видите? То есть пленку углублять, но мы делаем дальше. Все, мы положили пленку на глубину, достаточную, чтобы закрыть фарой. Надеюсь, вам был полезен этот совет. И я надеюсь, что вы извлекли урок из сегодняшнего видео. Вот наши две фары, которые мы сделали. Одну мы вам только что показали, вторую мы не будем вам показывать, как она вырезается, потому что, я надеюсь, вы поняли. Просто многие берут и элементарно просто ножом, лезвие закрою, вырезают так по кругу. То есть все, у вас готово отверстие, но вот этот вот край, или кант, или контур, становится ровно вырезан. Но внутри у вас получается цвет фары. И поэтому, когда вы ставите фару внутрь, я вам сейчас покажу, она не закрывает полностью то, что вы хотите скрыть. И тогда видно, у нас в данном случае черный карбон на черном глянцевом фоне. Не так броско. Но если у вас будет, допустим, здесь зеленый цвет или синий и черный кант, то это будет очень сильно и очень резко заметно. Итак, я вставил кабель и подключил его к фишке. Сейчас я вставляю фару в отверстие, посмотрите. Аккуратно, чтобы не повредить пленку, мы подключаем фару в нужный слот, вставляем ее. Фара села. Итак, видите, вот это вот место, которое мы с вами закрыли пленкой, теперь выглядит в едином
фоне вместе с бампером. Не бросается то, что многие считают простым, отрезать по кругу и оставить это место. Ну, ничего страшного. У вас бампер, отверстие под фару, и сама фара выглядит в едином тоне. Надеюсь, вам был полезен этот совет. Вы будете его использовать в своей работе или просто в домашних условиях. Большое всем за внимание. Спасибо.